Привет. Томаш, мы рады вас снова видеть. Вы соскучились по Шахтеру? Конечно, спасибо. Я вас тоже очень рад вижу. Конечно, соскучился. Провел в Шахтере 10 лет, очень красивых, поэтому всегда рад вспоминать на команду, на всех близких. Какие самые яркие воспоминания у вас? Что чаще всего вспоминаете, рассказываете друзьям? Дружба, конечно. Чемпионство выиграли несколько раз. Кубок УЕФА, всегда был просто рад, участвовать в команде и можно сказать, что каждый год добивались какой-то радости, не только для себя и для всех болельщиков. Болельщики вас помнят, очень любят и спрашивают, как дальше, интересуются, как дальше развивалась ваша карьера после Шахтера? Да, вернулся в Чехию, в команду, которая проявляет амбиции, за какое-то достижение. Чемпионство ни разу не выиграла в истории, поэтому как бы первый год хотела очень сильно побороться с большими командами в Чехии о чемпионство. Закончили третий, не удалось как бы пробиться выше. Сейчас, можно сказать так, полтора года не очень получается. Ожидали, что в составе Яблонца встретитесь еще раз с Шахтером? Неожиданная встреча. Там можно сказать, что неожиданно. Прошлый год на турнире участвовал «Зенит». Тоже с командой ни разу встречались на товарищеских играх или турнирах. Но то, что попал «Шахтер», это, конечно, очень радует. Скажите, с кем из горняков вы поддерживаете отношения, с кем продолжаете общаться? Да, я думаю, что еще много футболистов, которых я застал в команде, есть. Ну, созваниваемся с Саней Кучером, с Андреем Пятовым, с Дарио Срна. Как бы есть еще ребята, с которыми общаемся, даже если не видимся. Смотрите матчи Шахтера в чемпионате Украины в Еврокубках? Ну, если есть возможность, конечно, и по интернету, и по телевидению, когда Еврокубки были. Видел выступление в
в Еврокубках, потому что очень достойно команда выглядела и надеюсь, что пройдет до конца и выиграет Евролигу. Вы помните, сколько матчей за «Шахтер» сыграли? Да нет, извините, никогда не считал, не думал даже, сколько сыграл, в какой сезоне. Для меня важно было, чтобы команда была успешна в каждой сезоне, и сколько я сыграл, было не важно. Что можете пожелать болельщикам «Шахтера», обратиться к ним, что-то сказать? Да, в первую очередь, конечно, чтобы настал мир, и чтобы команда можно было возможность вернуться в Донецк и играть на своей арене, и чтобы болельщики болели и верили в свою команду. И я зажил болельщики только в хорошем положении, всегда за нас стояли, и, конечно, не всегда нам получалось, но несмотря на то, всегда они болели за «Шахтер», болели за команду. Привет болельщикам «Шахтера», я вас люблю.